Приветствую, джентльмены! Ну что, пришло время вам немного насыпать мотивации. Вот моя актуальная форма. Еще требует, конечно, доработки, но уже просвечиваются ребра. Остались на месте руки. И форма была совсем не такой еще этой зимой. Возникает резонный вопрос, что я делал, чтобы себя в 41 год изменить? Ребята, все очень просто. Больше движения и питания. Корректировка питания заняла львиную часть времени и работы, усилий. Но я записывал периодически, что я кушаю, и сейчас вы увидите разные приемы пищи. А в комментарии я попрошу написать, что вам больше всего понравилось в моем рационе, чему вы бы отдали предпочтение, или что кушаете вы сами. Я безумно доволен результатом. Зимой было 100, сейчас на весах 85 с копейками килограмм. И это меня прям воодушевляет двигаться дальше. Еще лучше, еще больше, еще сильнее ужиматься по питанию и больше двигаться. Конечно, не гирей одной все это сделано. Бег, велосипед, плавание, воркауты. Все выполнялось, все делалось, и результат начал появляться. И теперь он же меня, этот результат, и будет дальше мотивировать, надеюсь, у вас. Сейчас немножко будет приема пищи, вы все посмотрите. Конечно, я сразу небольшую ремарку сделаю. Возможно, не всем это подойдет. Возможно, не каждый себе может что-то из вышепоказанного позволить. Но, ребята, все у нас в голове. Самое главное правило, которое я для себя взял, это то, что если я уже где-то зашел там в ресторанчик, покушал, я должен это отработать здесь и сейчас.
мне каждый день, это, сука, как просто был тест, как вызов. Буду правильно есть, буду я заниматься или оставлю все на самотек. Если я, перейдя рубеж 40 лет, смог это сделать, ребята, то вы сможете и подавно. Смотрите, что я ел. Утро. Утро — это всегда молоко с хлопьями. Да, я знаю, что сахар, да, я знаю, что молочко задерживает под кожей жирок, но не могу себе в этом отказать. Это моя слабость. И все силачи прошлого сидели плотно на молоке и на яичках. Яйца будут в следующих приемах пищи. Много приходит же вопросов по поводу питания. Решил вот показать. Смотрите, такой салатик, летний вариант, можно сказать. Яичко, немного майонеза, мясо, вот мясо кусками. Помидор, огурец. Вот, собственно говоря, такой перекус и полезный, и достаточно такой наполненный протеинчиком получается. Слюнки капают. И вот еще один прием пищи. Как вы видите, 3 яйца, помидор, сыр, это круглый, кофе и банан. Вот так. Еще один вариант приема пищи. 2 яйца, курицу догрызу, сыр, редис, и вместо сладости, вместо сахара, дынька пойдет с яблоками. Вот такой еще один вариантик. Когда совсем не в моготу и нужно перебить голод, то вот орешки всегда спасают. Ай, минус один. Более стандартный прием пищи. Картошечка, огурчик, селедка. И вы знали, что в сельде самое большое содержание креатина. Именно поэтому так и сушит, и хочется попить водички, когда нормально поешь этой рыбы. Вот так питаешься, вроде бы нормально питаешься, потом бэм! Пельмени. И все. Суши почти доел, вспомнил, что я записываю то, чем я питаюсь, поэтому вот остатки. Но остатки, как известно, самые сладкие. На ночь, как правило, это либо творог, либо йогурт. Вот сегодня это будет йогурт. Как-то так. До скорых встреч. Пока-пока.